Веспучи Бич. Окей. This ain't a charity, bud.
Да, кто там? Я от Слима. Да? И что тебе нужно? Слим говорит, у тебя можно кое-чем затариться. Ладно, заходи. Так чего ты хочешь? У меня тут много чего найдется. И я хочу, чтобы ты повернулся, ублюдок. Че? Эй, ты чего это удумала? Да мне плевать, нравится тебе это или нет, но теперь ты будешь работать в паре. А теперь займись наконец работой и напарника своего не забудь. Ну привет, новичок. Меня вообще-то зовут Кевин. А мне насрать! Тащи свою задницу в мою машину, у нас много работы. Это тебе ясно? Да уж, яснее некуда. Ну вот и славно. Да, будет весело. Ну ты идешь или так и будешь там стоять как вкопанный? Ладно, новичок, ты уж извини за то, что в участке было. Просто шеф с утра взбодрил. Да ладно, у нас в управлении такое часто бывало. Особенно весело у нас брифинги проходили. Когда я стал детективом, думал про такие вещи забуду, но хрен там. Слушай, а ты в каком отделе работал? Отработал год в отделе по борьбе с наркотиками. В Сан-Фиер это, пожалуй, самая большая напасть. Так ты из Сан-Фиера? А тут-то ты как оказался? Да, был там один парень, точнее говоря, говнюк. Но мы как-то не сошлись мнениями по поводу его поведения. Завязалась драка, у меня пару фингалов, у него пара сломанных ребер. Его папаша оказался какой-то большой шишкой. В итоге меня уволили, и мне очень долго пришлось искать работу. Если не считать мелких подработок, то это первое место, куда меня взяли после той драки. Да уж, бывает.
Ну, вот, кажется, и приехали. Ладно, пойдем глянем, что там к чему. В этом долбанутом городе каждый день кто-нибудь норовит сдохнуть. А нам потом это дерьмо расхлебывать. Такие дела. Неужели все настолько плохо? Мужик, этот город кишит бандами, маньяками, убийцами и прочим отребьем. Вот, кстати, сейчас мы находимся на районе, контролируемым бандой Вагас. Ты думаешь, кто-нибудь из этих ублюдков расскажет, что тут случилось? Да вот ни хрена они не скажут. Они сами решают свои проблемы. На закон им плевать. Детектив Джонсон, что тут у нас? Труп латиноамериканца застрелен в голову. Соседи говорят, что ничего не видели. Ну еще бы. Нашли что-нибудь интересное? Стреляную гильзу и кучу наркоты. Ладно, мы пойдем посмотрим, что там у нас. Ну что там? Да, красиво. Ничего не скажешь? Ты как, трупы видел уже? Да. Окей, значит, тебя не вывернет наружу на обратном пути. Слушай, нам нужно осмотреть тут получше все, а потом допросим свидетелей.
Эй, Джонсон! Да, чего тебе? Минут 40 назад у стриптиз-клуба «Ванильный единорог» машину подорвали. Шеф хочет, чтобы мы съездили и осмотрели все. Взрыв, говоришь? Ну, вот так всегда. Какой-нибудь мудак испортит пятничный вечер. Ладно, поехали посмотрим по-быстрому. Нам, между прочим, за это говно не доплачивают. Вот дерьмо. Если что-то вспомните, то обязательно позвоните нам. Ну что, есть что-нибудь? Да, есть кое-что. Охранник видел, как после взрыва отсюда уехала машина, черный Вегера. Думаю, стоит глянуть на записи местных камер. Может, найдем что-нибудь? Ну, хоть что-то. Ладно, поехали, я тебя довезу до участка. А мне еще надо будет отъехать кое-куда. Scared like a child, God holds you liable for what you've done. Homicidal, stare down your idols, a pretty baby never born. You can't believe it. You didn't mean that, but they saw you do it and they know your name. Rats in the attic, toys in the cellar. So hands on the Bible, stare like a-
Эй, Джонсон, я кое-что нарыл про нашего убийцу. И чё ты там нарыл? Глянь на почте, я тебе там пару фоток скинул. Ну давай глянем, что там у тебя. Кого-то она мне напоминает. Кто это? Ее зовут Мэйлин, американка. Родители мертвы, из родственников только дядя и двоюродный брат. Ее полуживую нашли 4 года назад в Лас-Вентуресе. Когда она пришла в себя, ее пытались допросить, но она напала на офицера. В результате получила около 4 лет тюрьмы и вот недавно вышла на свободу. Неплохо ты поработал. Слушай, давай сделаем так. Ты пока не включай это в рапорт, нужно все как следует проверить. Ладно, как скажешь, пойду я тогда пообедаю. Еще увидимся. Да, слушаю. Здравствуй, Алан. А, это ты. Ну, чего тебе? Кажется, я знаю, кто убивает твоих людей. Да? Ну давай, удиви меня. Кто этот покойник? Помнишь, 4 года назад в Лас-Вентуресе мы поймали 3 придурков, ограбивших твой фургон? Ну и ближе к делу, ну! Так вот, кое-кто восстал из могилы. Сучка по имени Мэй. Ты узнал, как ее найти? Пока нет. Но это не займет много времени. У меня есть зацепка по поводу того, кто ей помогает. Хорошо. Я соберу пару человек, а ты постарайся найти ее быстрее. Ладно. Только давай в этот раз без любителей. Я буду на связи. Эй, привет, Мэй! Пинг? Как дела? Все воюешь? Мне сейчас не до шуток, Пинг. Ты принес список? Да, но он не полный. Опять? Ну извиняй, по той информации, которую ты мне дала, скажи спасибо, что мне вообще удалось кого-либо найти. Ладно, прости. Я благодарна за все, что ты делаешь. Просто последние 4 года были не самыми жизнерадостными. Корт-центр. Да, я запомню. Ну как, ты закончил? Нет. Еще где-то 10 минут. У тебя минута. У тебя 1 минута. Вот ведь гандон.
Короче, мне ещё позвонил наш наниматель. Говорит, эта бабища сейчас в корт-центре. Ещё говорит, типа её вольнуть как нех. Типа без свидетелей, все дела. Короче, не будем тянуть время, погнали! Тебе удалось узнать что-нибудь про Малика? Вон она! Убейте ее! Прекратить огонь! Вы что, идиоты? Вы где стрелять учились, мазилы хреновы? Эта сука сейчас внутри. Обыщите каждый угол, но найдите ее. Найдите, а затем убейте. Вам все ясно? Тогда за дело. Я что-то слышал внизу. Давай туда. Она где-то рядом. Эй, вон она. За ней.
Она... Что за... Тварь! Ну ничего, сука! Дома тебя ждет подарок!